Московский отдел полиции. Прекращаем работу. Складировать строительный мусор на контейнерную площадку категорически запрещено. На нее разрешено приносить только твердые бытовые отходы. К сожалению, часто сюда привозят демонтированные оконные и дверные блоки, мешки с битым кирпичом и бетонной крошкой, другой строительный мусор. В ходе рейда, который провели сотрудники профильного управления администрации округа совместно с полицией, на контейнерной площадке была задержана грузовая машина, набитая строительным мусором. Те, кто его сюда отправил, естественно, знают, что этот мусор надо отвозить на специально отведенные площадки, откуда его будут забирать компании, занимающиеся сортировкой и утилизацией. Но это стоит денег, а тут вроде бы ничего платить не надо, хотя, как оказалось в этом случае, все произошло ровно наоборот, даже дороже. Значит, вы будете привлечены к административной ответственности. Кодекс об административных правонарушениях имеет статьи 8.1 и 8.2, которые особенно тщательно следует изучить тем, кто планирует вывести строительный хлам на контейнерную площадку или в ближайший лес. Эти статьи об ответственности тех, кто не желает соблюдать экологические требования при проведении строительных работ. Так, если проверяющий установит, что строительный мусор размещен на контейнерной площадке, он имеет право выписать штраф на физическое лицо в размере до 5 тысяч рублей, на юридическое до 250 тысяч. Эти штрафы, согласитесь, на пользу природе и экологии. Рейды по соблюдению правил вывоза мусора на контейнерные площадки в муниципалитете продолжатся. Андрей Цеханович, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.